Лучшим инклюзивным дошкольным образовательным учреждением в регионе признан Мурманский детский сад номер 50. Как здесь учат особенных детей, в материале наших корреспондентов. Особенным малышам нужен особенный подход. В детском саду номер 50 занимается 83 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы такие воспитанники чувствовали себя так же, как здоровые сверстники, в учреждении реализуется программа так называемого инклюзивного образования, когда ребята учатся в смешанных группах. К таким детям и к учреждениям, конечно, особое внимание города. И вы знаете, вот то, что я сегодня увидел, даже настроение поднялось, потому что действительно дети ухоженные, им комфортно здесь, и вот это, наверное, самое главное. А то, что к ним особое внимание, с одной стороны, а с другой стороны, в том числе, они еще находятся в коллективе обычных детей, у которых вот нет проблем со здоровьем, конечно, это очень хорошо. В детском саду 22 группы, 7 из которых компенсирующие направленности для детей с отклонениями, тяжелыми нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата. Для малышей регулярно устраивают концерты и театрализованные праздники. Педагоги реализуют инновационные образовательные программы. Такой системный подход помогает ребятам с ограниченными возможностями социализироваться. Мы реализуем такие вот проекты, как «Теплые ладошки», «Вместе весело играть», «Хорошо у нас в саду». Это детки общеразвивающих групп и групп с ограниченными возможностями здоровья объединяются на различные мероприятия, на занятия, на праздники, на спортивные мероприятия. И вот таким образом мы совместно все вместе находимся в едином образовательном пространстве. Стены в детском садике выкрашены в пастельные цвета. Сиреневый, персиковый и зеленый, по словам детских психологов, помогают сконцентрироваться и поднимают настроение в полярную ночь. Несколько лет назад для малышей-колясочников была установлена эстакада и пандусы.